Всем привет, с вами Гвимблд. Продолжаем проходить Вархаммер, компанию The House. Сценарий 2, охотник. Начинаем. Теперь Го будет самым большим орчим кланом, но в него вступили все орки Орна 5, который может с легкостью летать в отдаленные районы планеты Юка, если его, конечно, не собьют. Лорд Хаоса, круг, командир космического хаоса. Слон опять предвкушает кровавую Бонни, мечтает встретиться с новым вождем орком Гаргутцем. Что ж, скоро ему предстоит такая возможность. Если летун умер, мне нужен другой летун. Я хочу убивать. Если, конечно, как не собьют, блядь. Мы кричали «Гра!», когда рядом нет ни одного нашего парня. И будет его на одного меньше, да? Рядом база людишек? Это же здорово! О, хаос. Мои люди, которые охраняют эту бессмысленную ледяную глыбу, по ошибке называемую Лорном 5, начинают беспокоиться. Но я не виню их. Кровь должна быть горячей и течь быстро, а не тянуться в сосудах подобно меду. Это я должен был возглавить вторжение в этот мир. Посмотрим, сможет ли он выполнить хотя бы мои простые просьбы. У нас появилось небольшое развлечение. Наши бойцы подбили посудину, на которой летает вождь войны Гаргутц. Если ему удалось объединить орков, то вряд ли он погиб. Наконец-то! Если мы уничтожим Гаргутца, это сильно скажется на единстве и силе армии орков. Но передайте всем, я сам с ним разберусь. Клянусь сумерками, я еще выпью из этого черепа. Хаоситы. Чё, на книжечке нам не дали, что ли? О, Мачула! Беги! Называется Гра. Это оскорбление атаковать меня такой жалкой кучкой в вашем распоряжении. Я раздавлю его как клопа. Ну-ка, парни, пора показать человечешкам, как звучит настоящая Гра. Этот мир должен раз и навсегда стать нашим. Месси! Мы доставим зло в центр сражения. Давай, хищники, давай. Боги оставили нас! Никто не поймает Горфутса, самого большого, самого страшного вождя войны и погрома! Тебе не удастся что? Меня обмануть! Съебался, что ли, нет? Я тебе удастся убежать! Обостал, человечишка. Я уже сбежал. Я мы построим. Сука. Здесь он резкий, блядь. Мы построим это. Да. Да, господин. Играй со мной, Чен. Да, господин. Где? Да. Покажи мне врага. Идиоты! Вы даже Гретчина не можете убить. Отведите меня к храму. Буду просить Хорна о лучших воинах. Куда доставить легионных воинов? Я все еще голоден. Вы тоже слышите эти голоса? Откройте храмы алчущего крови, и на врага обрушится ярость берсеркеров. Храмы наполнят нас великой энергией варпа. Благословен будь хозяин. Теперь призови берсеркеров и покончи со своими врагами. Спасибо вам, хозяин. Тихо. Покажи мне врага. Да. О! Хорн наградил нас забыл, своими самыми верными послушниками. Новый единство. Да, для слабых. Так у хаоса не было. Назад. Теперь ждем, откуда они сейчас вылезут. По всей карте будет за ним бегать нахуй, блядь. Мы встретили сопротивление. Оба. Глаз бога хаоса. Орки посмели напасть на святилище Хорна. Скорее остановите их, пока алчущий крови не прогневался на нас. Мы доставим зло. Садись, блять, быстрей. Благословен будь хозяин. Сюда.
Да, да, конечно. Блять. Как вам угодно, хозяин. Мы доставим зло в центр сражения. Вперед нахуй. Глаз бога хаоса звучит во мне. Ой, блядь, тупорылые, сука, ебаные, нахуй. Где рапторы? Рапторы нужны. Сели? Транспорт готов. Сделаем все, что можем. Ваше желание закон. Нас обстреливают. Да, да, мы будем работать быстрее. Я здесь, чтобы наставлять тебя. Давай, вперед, нахуй. Накрижника меня. Эти бесяки, конечно, тоже психи ебаные, ты пиздец. Орги вернутся, и их будет больше. Мы служим темным богам. Подавите мощь вождя войны. Вы тоже слышите эти голоса? Ваше желание закон. Ну конечно, хозяин. Видите, а вот, ох как. А где его найти должен? Куда доставить легионы хаоса? Легионы хаоса будут быстрее, как ветер. Сила пришла в этот мир. Распорядись мной разумно. С небес! Коль таково твое желание. Да. Благословен будь хозяин. Это Горгутс. Где? А, бегом нахуй. Хаос, вот верный ответ. Куда доставить легионы хаоса? Вперед, блять. Хаос, вот верный ответ. Жажду крови не утолить. Им не уйти. Мы встретили сопротивление. Вперед! Хорошо! Снова пущу Ты глуп, жалкий человечишка! За этой сверкающей штукой ты меня не поймаешь! Им не уйти! Этот щит не сможет защищать тебя вечно! Быстрее, когда он пропадет, я воткну свои зубы в твою шею! Давай, пробуй, только зубы пообломаешь! Как этому чертову ублюдку Горгутсу удалось соорудить такой мощный щит у меня за спиной? Как бы то ни было, щит такой мощности требует постоянной энергетической подпитки. А если я уничтожу источник энергии, Горгутс будет беззащитен. Во мне. Видим цель. Вперед, нахуй. Атакован. Я чувствую, как я нашел источник энергии для щита Горгутса. Нужно уничтожить его, пока Горгутс не успел ответить. Чёртово невезение. Генератор силового поля расположен в глубоком тылу орков. Либо мы должны прорубить тебя пусть через тела врагов, либо с помощью рапторов и кошмаров атакуем орков там, где они слабее всего. Ай, как все сложно-то, блять, а. Чувствую, как варп принимает меня. И это боль мне по душе. Чё, на книжник уже зарезать успели, блядь. Вы тоже слышите эти голоса? Это вперед. Хаос повелевает нам. Глаз бога хаоса звучит во мне. Пытаемся доползти до оттуда. О, блядь, суки. Милосердие для слабых. Это дорога в ад. Конечно, мы все сделаем. Хаос повелевает. Глаз бога хаоса звучит во мне. Мы несем гибель.
Сила пришла в этот мир. Убивать мы должны, убивать. Хаос повелевает нам. Это дорога в ад. Аккуратненько. Зарезать их всех нахуй. Чем делать глич? Рапторы всех перережут нахуй. Эти мутанты, блядь. Зарезать их всех. Источник энергии уничтожен, и Горгут стал абсолютно беззащитен. Теперь этот глупый сварщик. Я порублю его на гуляш его же собственными инструментами. Че, хуёво, да? И эта боль мне по душе. Рапторы уёбываем оттуда. Где чернокнижник? Простая помощь. Рапторы, на помощь тоже. Эй, блядь. Быстрее нахуй, хули вы стоите-то, смотрите. Чё, мы как будто отпиздили уже, что ли? Эй, чё, быстро. Что? Откуда здесь артиллерия? Похоже, имперцы пришли надрать тебе кое-что. Тупица, если мы не обрушимся на их позиции до того, как они успеют высунуть нос, то оба погибнем на этой чертовой планете. Из тебя, кстати, выйдет неплохой снеговик. Это твой план? Ломиться напролом? Я тебе вот что скажу. Ты идешь своей дорогой, я иду своей. А потом посмотрим, кто пришел быстрее. Кто? Горгутс, куда ты собрался, Горгутс? Будь ты проклят! Значит, я в одиночку буду штурмовать эти укрепления. А с тобой, мой красноглазый друг, я разберусь в другой раз. Убейте их! Ура, блядь, обычно орки бегут напролом, но нет. Но Горгутс, в принципе, этим и... Этот Крул мне уже надоел. Пора показать этому глупому человечишке, как на самом деле звучит Кра. Но для этого мне нужны орки. Эй, парни, где же вы? Они в нас стреляют! Чёрт затри для вас! Орки! Сильные самые! Обычно же этот... Горгутс из-за этого считается одним из опаснейших вождей войны. Он действует, потому что нестандартный. Хоть и я не предсказатель. Что там дальше будет? Валькирия, Химера, блядь. Это только разведка при том еще. Орки готовы налететь. Орки, так есть, как всегда, самые слабые. И самые большие. Ебашится. Так, наша позиция, что ли, поясняй. Налетчики готовы налететь. Танкетка навсегда самый слабкий. Теряем, не башимся. Орки,
все, что противотанковое, вызывалки. О, может до этого, до конца нах? Блять, косахкины! Копашку ебашьте их, блядь. Я силен, как он. Нет, как два орка. Так, ждем, пока восстановимся. Валькирии, нихуя себе у них там. А, Василиски, блядь. Василиски стоят. Штабы, штабы. Орки, это война. Сейчас не так. И победа. Вперед. Ура! Орки. Это война и победа. Босс, становится жарковато. Наконечники готовы налететь. Готов к драчке. Пищевки вперед. Вперед, блядь. Блядь, закончились это. Игра, лесу, ох. О, богатинг есть. Косахкины, блин! Всех убили, нет? Нет. Или да? Да убейте кто-нибудь его уже, а? Меня не остановить. Убежали. Упертый танк! Стоять туда! Блять, Гаргут! Я не в нас стреляю! Танкетка навсегда самая сложная рука! А что? Эти домики неплохо выглядят. Поглотать, подкрасить красной краской. И будут как новенькие. Эй, греченые, быстро сюда. Делаем ноги. Видите те здания? Ну-ка быстро их почините. Иначе расстанетесь со своими никчемными головами. Блять, валькирии начали по нам стрелять, сука. Ай, Василиски, блять. Сука. Что, гречинок нет, да еще? У нас все в руках горит. Орки, орки, ты чего ждешь? Вечности. Ну и что ж, тебе быстрее это здание, блять. Блять, ебучие Василиски, сука! Последняя база людишек! И только гнилые трупы повсюду! Хочу. Думали, я шучу? Я такого убиваю всех, кто не со мной. Легко убить. Бегите, сыть греченов! Я силен, как орк. Нет, как два орка. Бегите, блядь, бегите быстрее. Орки, это война и победа.
очень драться. Налетчики готовы налететь. Мы готовы. Бежите, бобринки. Что это было? Где мое подкрепление? Есть кто-нибудь? Нет? Ну, блядь, бегите, а! Заебали нахуй. Нам пора быть на дорогу! Я их всех покрошу! Может, хватит застревать до луги, блядь, вы заебали нахуй! Ебучая игра, а. Они в нас стреляют. Разбуд, Кроу, иди-ка ты нахуй, а. Это все, ну. Как ты оказался в моем мире? Отвечай, и я пощажу тебя. Нам приказали вернуть Титана Доминатус, который был серьезно поврежден во время обороны этого мира несколько веков назад. Мы надеялись починить. Титан? А что это такое? Гаргутс, ты даже не можешь себе представить мощь этой боевой машины. С ее помощью можно уничтожать миры. Целые звездные системы. Если я завладею Титаном, никто не сможет встать у меня на пути. Я буду всемогущ. Гаргутс, собирай свои войска и давай покончим с этими жалкими имперскими гвардейцами. Когда мы покончим с этим, то ты сможешь спокойно решить наши дела. Хорошо, Кру. Я соберу парней и разберусь с людишками. А вот после этого ты заплачешь кровавыми слезами. Не раньше, чем ты будешь раздавлен Титаном, Гаргутс. Блять, один Титан, не получится с тебе. Звездная система, потому что целый, Хустим, допустим, слабый мир ты захватишь Титаном одним. А вот как ты другими, нахуй, системы, это уже преувеличение намного. Тем более, это Титан, судя по тому, какому он будет, он, блядь, не такой уж и большой, нахуй, блядь. Это же не классный император, в конце концов, который с размером города, блядь. Ладно, всем пока, мы завершили сценарий. Второй. Походу, дело у нас союз. Союз еще более неожиданный, хотя Хаос всегда манипулировал умело орками. До скорых встреч!